Добрый вечер, добрый день, канал «Юридическая прачечная». Вопрос. Освобождает ли от элементов лишение родительских прав? Многие заблуждаются и считают, что с лишением отцовских прав, в основном с отцов лишают, но также и родителей другого можно лишить, мать тоже другой родитель, правильно? С них снимается какая-либо обязанность и ответственность перед ребенком, и в том числе выплата по элементам. Однако это не так. Лишенный родительских прав отец и дальше продолжает выплачивать алименты. С него данная обязанность по закону не снимается. Это правило четко зафиксировано в статье 71 Семейного кодекса. Он также не имеет никаких прав требовать уменьшения размера алиментов, ссылаясь, что теперь он не участвует в жизни ребенка. И получается очень интересный факт. То есть, если родитель лишен родительских прав, он все равно дальше продолжает платить материальную помощь на ребенка, но при этом не может воспитывать или как-то общаться, требовать общения с этим несовершеннолетним ребенком, а также выставлять ему свои ответные права, когда он станет трудоспособным. Ребенок становится трудоспособным, и отец или мать вправе, если они не трудоспособны, требовать уже с ребенка содержания себя. А вот ребенок на протяжении всей своей жизни может пользоваться правами, установленными по закону в отношении своего родителя, в том числе и наследовать за ним. Как прекратить платить алименты? Ребенок, лишен родительских прав, должен быть усыновлен. И тогда прекращается право платить алименты. Спасибо. Пока.